Если Армения восстановит свою территориальную целостность в рамках Советского Союза еще в начале 20-х годов, да, то это будет колоссальная угроза для всего, так сказать, уже не существующего Советского Союза, для всей этой советско-большевистской идеологии, потому что они всегда знали, что армяне народ свободолюбивый, умный, инициативный и всегда будут смотреть в сторону Запада, корни цивилизации которого находятся именно в Армении. Они же ведь там не совсем дураки, они это понимают прекрасно. И поэтому армянский фактор всегда нужно было уничтожать, просто уничтожать, распылять, что они и делают по сей день.